Книга «Открытым оком», том 22, тема «Вера», вопрос 3489. Сидела Мария у ног Христа, слушала его поучения и получила очень высокую оценку от него. Если такие святые отцы, как Антоний Великий, были подобны пчеле, собирающей нектар с разных и многих цветов, то есть набирались самого высокого подвига от разных отцов-пустынников, то почему они не поревновали этой женщине, которая явно была ученицей Иисуса, несомненно угодной ему? И как нам уподобиться благоразумной этой Марии, сестре Марфы и Лазаря? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Только и спросив любви к Иисусу и Его Слову, которое и ныне то же, что и в те неблизкие времена, Мария не философствовала, но молча внимала Иисусу и складывала в сердце своем слова возлюбленного, и жизнь ее была после того иной. Ныне сидеть у ног Бога человека Иисуса из Назарета можно только в молитве, читая Его вечную Библию. А вот к этому-то не звали людей отцы-пустынники и не организовывали кружки по изучению Библии и не рассылали миссионеров по всему миру, как это делают ныне сектанты. Этим они подписали сами себе и своему делу смертный приговор, что и не замедлило сказаться. Дмитрий Ростовский, составляя и выдумывая во многом жития святых, он сидел на развалинах монашества и православия, что столь ясно выразили потом Игнатий Брянчанинов и Феофан Затворник, что и монашество, и православие уже в прошедшем времени можно называть. И сегодня, если и есть архиереи и священники, понимающие это, то они понимают только келейно, сами-то они так и не попытались сдвинуть святое дело с мертвой точки. Остаться без Библии значит пуститься в авантюру измышлений и выборки из человеческих домыслов, что рискованно и погибельно. Вот участь евреев и участь русских. Иеремия 9, с 13 по 16 стихи. «Не сказал Господь за то, что они оставили закон мой, который я постановил для них, и не слушали гласа моего, и не поступали по нему, а ходили по упорству сердца своего и во след Ваалов, как научили их отцы их. Посему так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вот я накормлю их, этот народ, полынью, и напою их водою с желчью, и рассею их между народами, которых не знали ни они, ни отцы их, и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их». Причина очень ясна, вызрела. За что эта катастрофа? Но того не хотели знать и не хотят знать поныне. Псалом 118, 136 стих. «Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона твоего». Перенесемся мысленно в Эдем, по райским кущам первая прогулка, еще в проекте «Дьявольский тандем», ему противостать один смогу ли? Про экологию не слышала чита, а я незримый нынешний сознанием, прошу пока всезнайка не считать, тот змей меня так просто не обманет. Но вот случился первый разворот, в истории страница первая и строчка, я в первый раз в саду, я приоткрываю рот, понятно, не буквально, а заочно. Плоды вкушаю, аромат и вкус, и вид невообразимо райский, чудный. Зверье вокруг, и не пугает хруст, и не поймешь, то праздник или будни. И главное, о смерти нам нет намека, мой возраст тот же самый, что вчера. Болезни, эпидемии далеки, лекарств не надо, травки, доктора. Неужто я со змеем соглашусь? Нарушить заповедь и вышвырнутым быть? Не к древу знания извилистый маршрут, схожу на водопой, где след когтей, копыт, и, видя всю гармонию в саду, запел бы, перекрыв все голоса. К понятию тому не раз еще приду, захочется от радости плясать. Я этот рай не видел и во сне, ни тех красот, ни даже малый кустик. Но я уверовал, не стал в грехе коснеть, спасение получил в крови Иисуса. История у каждого своя,
и сможем ли к спасению прибиться? Не заползет сомнение змея? Евангельская вера – вот драгоценный бисер. 27 мая 2007 год. Игнатий Тихонович Лапкин.